База Каспийской флотилии в Дагестане будет усилена, она получит новые корабли, авиацию, будет сформирован полк морской пехоты. Об этом сообщил командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук. Напомню, строительство основного пункта в Каспийске и реконструкция базы надводных кораблей в Махачкале ведется с июля этого года и будут завершены к 2020 году. Пункт базирования будет включать в себя 71 городок, это жилые помещения, здания культурно-досугового центра и военный госпиталь. Он, кстати, уже принимает первых пациентов.